Привет, друзья! Меня зовут Мич Сулейманов, и сегодня мы с вами обсудим, как работает ретиновый крем Vita Booster, в каких случаях и когда мы его будем использовать. Сегодня хотелось бы рассказать вам историю о том, как появился продукт Vita Booster. Vita Booster был создан как основа для салонных реконструирующих процедур. Нам очень часто задают вопрос, как еще можно применять данный продукт в салонной работе. Один из способов применения Vita Booster – это защита прежде осветленных волос при прикорневом осветлении. Мы будем наносить Vita Booster на прежде осветленные волосы, а в состав для осветления в прикорневой зоне мы будем добавлять Pure Keratin. Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются все мастера-колористы, это сложное окрашивание. Добавление Vita Booster в осветляющий продукт и применение Pure Keratin позволяет нам увеличивать время выдержки иногда даже до 2 часов. И все это без нанесения вреда волосам. Не секрет, что иногда при работе со сложными окрашиваниями бывают ситуации, что некоторые зоны нужно уже смывать. В таком случае мы можем приостановить процесс осветления локально в этих зонах. Для этого нам нужно стянуть осветляющий продукт с рабочей зоны и нанести Vita Booster. А также вы можете использовать Vita Booster для ухода за бородой и как стайлинговый продукт. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Пока оставляйте нам комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал.